Just so there's better opportunity to just hear and chant. Потому что утро дает нам лучшие возможности для того, чтобы слушать и повторять Святое Имя. And hopefully experience Krishna. И ощутить присутствие Кришны, если and нам повезет. И также присутствие Шримати Радхарани и всех их спутников. And hopefully when we learn the science, then we'll realize that actually we need our the help at every moment of Krishna and his guides. И если мы удачливы, то мы поймем, что на самом деле нам нужна постоянная помощь Кришны и его представителей. The process of devotional service is the process of feeling dependent on Krishna. Метод преданного служения, он как раз заключается в том, что мы ощущаем свою зависимость от Кришны. One time I asked Srila Prabhupada. Однажды я спросил Шрилу Прабхупаду. I said, if Krishna wants me to do something, or if Krishna doesn't want me to do something, how will I know what Krishna wants me to do? Как мне узнать, что хочет от меня Кришна, что Кришна хочет, чтобы я делал? Как мне узнать вот это? And Srila Prabhupada started to laugh. И Шрила Прабхупада стал смеяться. And he said, you won't know what to do. Он сказал, ты не узнаешь, ты не поймешь, что тебе делать. He said, you'll do the wrong thing. Ты будешь делать все неправильно. In other words, unless we're fixed in the orders of the spiritual master. То есть, другими словами, если мы не утвердились в своем служении и духовному учителю, и слушанию, и в послушании ему, it's not possible to perform devotional service. То невозможно совершать преданное служение. At least not consistently. По крайней мере, постоянно. Just like sometimes there's a gap. We chant Hare Krishna and we feel some happiness. Иначе бывает так, что иногда мы повторяем Хари Кришну и испытываем какое-то счастье. And maybe 2 hours later we remember Krishna again. И потом через 2 часа мы снова там можем вспомнить о Кришне. Or maybe 10 minutes later we remember Krishna. Или там через 10 минут можем вспомнить о Кришне. So this is not ananya bhakti. Но это не ананья бхакти. And without ananya, the more consistently remember Krishna, then the higher our consciousness becomes. Чем более непрерывно мы вспоминаем о Кришне, тем более высокого уровня достигает наше сознание. And the higher our consciousness becomes, the more we can experience Krishna. Чем на более высоком уровне находится наше сознание, тем в большей степени мы будем ощущать присутствие Кришны. So we want to fill in the spaces between remembering Krishna and forgetting Krishna. Мы должны сокращать вот эти промежутки между моментами, когда мы помним о Кришне, и моменты, когда мы забываем о Кришне. So here's remembering Krishna. Вот мы помним о Кришне. Here's remembering Krishna again. И вот снова помним о Кришне через какой-то промежуток. And we want to fill in that space with just remembering Krishna. Мы хотим убрать вот этот промежуток времени, когда мы не помним о Кришне. Мы хотим сделать так, чтобы все время помнить о Кришне. So what we have to add to that space is the spiritual master. И что нужно, чем нужно заполнить вот это пространство между вот этими моментами памятования о Кришне, этим мы можем заполнить духовным учителем. That's the whole idea of taking initiation. В этом вся идея, в этом смысл принятия посвящения. The idea of at the time of initiation, we're supposed to take the spiritual master in our heart and vow to become His eternal servant. Во время посвящения мы должны, которые дают посвящение. So, and also we have different authorities. И также есть разные руководители, разные управленцы в обществе. Now the question is, my spiritual master, who gave me initiation, says one thing. И вот бывает ситуация, что мой духовный учитель, который дал мне посвящение, он говорит одно. The GBC says something completely different. Представитель GBC может говорить что-то совсем другое. The
My friend who has another spiritual master says something completely different. Мой друг, у которого другой духовный учитель, может сказать вообще совсем что-то третье. I read the books, it says something completely different. Я читаю книги, там говорится тоже что-то другое. So what is that called? И как это называется? Confusion. Мы сбиты с толку в итоге, мы не знаем, что нам думать. So what do we do when we're confused? Что же нам делать, когда мы в замешательстве, сбиты с толку? Generally people just do whatever they want. Обычно люди делают просто, что они хотят. They conclude there is no truth. Они приходят к выводу, ну, значит, истины нет. Or there are many super souls. Или к выводу, что, видимо, есть много сверхдуш, и они разные вещи говорят. In the heart of my spiritual master, he says one thing. В сердце моего духовного учителя он говорит одну вещь. В сердце другого духовного учителя он говорит, сверхдуша говорит что-то другое. А в книге Господь сказал вообще что-то третье. Поэтому, получается, Господь сверхдуша не знает, что говорить, что ли? Knows exactly what we're supposed to do. Нет, на самом деле сердце-душа знает точности то, что мы должны делать. But it's up to us to find out. Но это уже наше дело узнать то, что он хочет нам сказать. The absolute truth is not many-branched. На самом деле абсолютная истина едина, она не многоветвиста. Therefore, our first business, as I said, is take the instructions we hear from our spiritual master. Поэтому первый наш долг принять наставление от духовного учителя. And if it doesn't make any sense, и если нам кажется, что это наставление как-то не имеет никакого смысла, then we have to inquire. Мы должны задать вопрос. In other words, we have to become a little humble. То есть это означает, что мы должны стать немного смиренными. That Krishna knows exactly what to do under all circumstances. Что думать, что Кришна знает точно, что делать в любой ситуации. Just like Srila Prabhupada knew exactly what to do under all circumstances. Как Шрила Прабхупада точно знал, что делать в любой ситуации. At least that was my experience. По крайней мере, у меня был такой опыт, я видел это. Just like Srila Prabhupada wrote me around 7 or 8 or 9 letters. Srila Prabhupada написал мне где-то 7, 8 или 9 писем. This is like 1970. I got one letter in 1972. Я одно письмо получил в 72 году. Actually, the first letter I got was in 69. На самом деле, первое письмо, которое получил от Шрила Прабхупады, было в 1969 году. And I mean, I don't think personally Srila Prabhupada, he had no idea who I was. И Шрила Прабхупада в тот момент вообще меня лично не знал, он не знал, кто я такой. But the first thing he wrote to me, he said, "Yes, you're right. We're all conditioned souls trapped in material energy." Но первое, что он написал мне, он написал: "Да, ты прав. Мы все обусловленные души, которые здесь в плену материальной энергии." So Krishna has given us this process of chanting Hare Krishna. И Кришна дал нам этот метод повторять Хари Кришна. And please take it, chant your rounds very nicely, and try to take help from your God brothers there. Пожалуйста, старайся повторять свои круги очень хорошо и обращайся за помощью к своим духовным братьям в своем городе. So that was for me at that time was definitely coming from the super soul. И для меня в то время это я воспринял как это. Несомненно, это от сверхдуши исходит. Вот Because I thought I was supposed to do everything there. Потому что я думал тогда, что я должен все делать. And then when Srila Prabhupada came to Buffalo that year. И когда Шрила Прабхупада приехал в Буффало в этот год. I sat with him for some hours every day. Я сидел рядом с ним по несколько часов каждый день. And one of the things he told me, he said, "Don't try to teach your God brothers lessons." И он сказал мне: "Не пытайся учить своих духовных братьев."
So that was very good because that was my main business was to teach everyone lessons. И это было тоже очень хорошее наставление, потому что я вот до этого только этим и занимался, что всех поучал. Because although I like the first time I got this little blue Bhagavad Gita. Как вот первый раз я у меня появилась маленькая синяя Бхагавад Гита. I read it in one day. Я прочитал ее за день. And I at that time I had quite a good memory, so I memorized it. И у меня в тот момент была очень хорошая память, и я ее запомнил наизусть сразу. So I thought I knew everything. И поэтому я подумал, ну теперь я все знаю. Because everything's in the Bhagavad Gita. Потому что все в Бхагавад Гите написано. And I knew the Bhagavad Gita. А я ее знаю наизусть. So I thought I was assigned to tell everyone what to do. И поэтому я подумал, что теперь я должен всех учить, всем объяснять, что им нужно делать. Unfortunately, no one wanted to listen to me. Но, к несчастью, никто не хотел меня слушать. But that wasn't my fault. Но это была моя вина, мой недостаток. Because they were all in Maya. Because they were all in Maya. Это была не моя вина, извините. Я думал, что они все в Майе просто, поэтому не хотят слушать. So I got even more inspired to tell everyone what to do. Поэтому я вдохновился еще больше всем давать наставления, потому что я понял, что они в Майе и нужно им помогать, чтобы они все поняли. Obviously, it didn't work very well. И, конечно, это все не очень-то хорошо получалось. But it was very good instructions from Srila Prabhupada. Но вот от Шрилы Прабхупады я получил очень хорошее наставление. So from my, I watched Prabhupada preach to different people. И я смотрел, наблюдал, как Шрила Прабхупада проповедует разным людям. And we can see that this movement has expanded so much under Prabhupada's direction. И я видел, как это движение под руководством Шрилы Прабхупады, как оно очень бурно развивалось, расширялось. In other words, this movement is really based upon faith that Srila Prabhupada's books actually give proper directions. И на самом деле мы видим, что это движение основано на вере в то, что в книгах Шрилы Прабхупады содержатся истинные наставления. And that Srila Prabhupada's example is a perfect example of a pure devotee of Krishna. И что Шрила Прабхупада это совершенный пример чистого преданного Кришны. Therefore, he's our founder Acharya. Поэтому он наш основатель Ачарья. And our faith is, if we take shelter of Srila Prabhupada. И наша вера такова, что если мы примем прибежище у Шрилы Прабхупады, then we'll be properly situated. Тогда мы сможем занять правильное положение. But in order to take shelter of Srila Prabhupada, we take shelter of his representatives. Но для того, чтобы принять прибежище у Шрилы Прабхупады, мы должны принять прибежище у его представителей. So his representatives are supposed to help us take shelter of Srila Prabhupada. И представители Шрилы Прабхупады должны помочь нам принять прибежище у Шрилы Прабхупады. That's called disciple succession. Это и называется ученическая преемственность. That's like Srila Prabhupada, he's the representative of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Шрила Прабхупада, в свою очередь, является представителем Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Now, Srila Prabhupada said, well, his books are the, more or less the law books. И Шрила Прабхупада говорил, что его книги, по сути дела, являются сводом законов. If there is any questions, и если есть, возникают какие-то вопросы, that our standard is Srila Prabhupada's books, то мы должны обращаться к книгам Шрилы Прабхупады. And by taking shelter, understanding those books, и мы должны попытаться их понять и поняв их, to the best of our ability, насколько мы можем, and by following it, и следуя этим наставлениям, then we should become happy and enlightened. То результат этого должен быть такой, что мы будем счастливы и обладать знанием. And of course. The books don't talk about some kind of mechanical meditational process. И, конечно, книги не описывают, эти книги не описывают какой-то такой механический метод медитации. Process. Yeah, they talk about loving service. Они говорят о любовном служении. Therefore, sometimes we'll find in a society there are different views. И поэтому мы можем увидеть, что в обществе преданных
могут быть иногда разные точки зрения. Даже в духовном мире есть разные точки зрения. Мама Ясода видит Кришну одним образом. The gopis see Krishna completely differently. А гопи видят Кришну совсем с другой стороны. Mother Yashoda will never see Krishna like the gopis do. Мама Ясода никогда не будет смотреть на Кришну так же, как смотрит на Кришну гопи. We never find Mother Yashoda invited to come to the Rasa dance. Мы не услышим о том, что маму Ясоду приглашают на танец расу. Nor do the gopis put Krishna to bed every night. И гопи также не укладывают Кришну на ночь спать, как делает мама Ясода, которая говорит: «Кришна, ну-ка ложись спать, давай засыпай». No, they have completely different moods. У них разные, абсолютно разные настроения. And that's eternal. И это вечно. The cowherd boys have a different mood than Mother Yashoda. У пастушков, у мальчиков-пастушков другое настроение, отличное от настроения мамы Ясоды. And even amongst the cowherd boys there are different moods. И даже среди пастушков есть разные настроения. Even amongst the gopis there are completely different moods. И среди гопи также есть абсолютно разные настроения. Chandravali is completely submissive. А Чандравали, она полностью покорна Кришне. Шримати Радхарани is completely rebellious. А Шримати Радхарани, она абсолютно независима и непокорна Кришне. So does Krishna ever sit the gopis down? Does Krishna ever sit the gopis down? Sit them down. We're going to have a reunion of gopis. Кришна устраивает вот такое, говорит: гопи, все садитесь, у нас сейчас будет воссоединение всех гопи. Now let me tell you what the standard mood of a gopi is. Давайте я вам расскажу, какое должен быть стандартное настроение гопи. Я вам сейчас все объясню. Everyone has to become submissive exactly like Chandravali. Вот все вы должны стать покорными точно вот как Чандравали. Or everyone has to become exactly like Shrimati Radharani. Или же все должны стать точно как Шримати Радхарани. No, Krishna enjoys a variety. Настроение. Нет, Кришна наслаждается разнообразием этих настроений. But they're all working simply to please Krishna. Но цель у всех одна — удовлетворить Кришну. Even simply, sometimes there seems to be competition. И даже когда кажется, что между ними есть какое-то соперничество. But the whole competition is simply to please Krishna. То все вот это соперничество, оно только вокруг одной цели: как удовлетворить Кришну. Therefore, we should not become disturbed that people have different ideas. Поэтому то, что есть разные идеи у разных людей, это не должно нас беспокоить. Anymore, we should be disturbed by how dare you be a person. И также мы не должны как бы беспокоиться от того, что кто-то проявляет свои личностные какие-то черты, и мы не должны ему говорить: как ты осмелился быть личностью. Everyone should see things exactly as I see them. Что все должны видеть все только так, как я вижу. Or they should just disappear forever. Или же должны навеки исчезнуть. But first of all, who amongst us is going to be so confident that we understand everything perfectly? Прежде всего, кто из нас может быть настолько уверен в том, что он все понимает идеально? We may be higher than someone else. We may remember Krishna more. Мы можем быть выше, чем кто-то. Мы можем помнить о Кришне больше, чем кто-то другой. We may be more enthusiastic. У нас может быть больше энтузиазма. But that doesn't mean that even we become a pure devotee. Но это не значит, что даже если мы станем чистым преданным, that we know everything. Что мы будем знать все. Even it says that Krishna doesn't know everything. Говорится, что даже Кришна всего не знает. He's even finding out more things. Даже он для себя постоянно что-то открывает. So why should we think that we know everything? Почему же мы тогда должны думать, что мы все знаем? So this society, the International Society for Krishna Consciousness, is quite a new idea. И вот это общество, Международное общество сознания Кришны, это вообще довольно новая идея такая. Что есть общество, в котором преданные со всего мира которые сотрудничают друг с другом для того, чтобы
распространять сознание Кришны. So naturally there'll be different ideas. Естественно, будут разные идеи. So does that mean that we should just form ourselves in little groups? И значит ли это, что мы должны как-то собраться по маленьким группам, по интересам как-то вот? You know, my spiritual master, I'm going to surrender to him. Вот, вот есть мой духовный учитель, я ему предамся. And there's going to be so many little spiritual masters all around the world, and everyone just kind of groups around. И будут, вот есть много духовных учителей по всему миру, и у каждого есть своя группка отдельная, такие вот группки по всему миру отдельные. So at least if we're going to fight, а? At least if we're going to fight. Да. И по крайней мере, если мы будем сражаться друг с другом, at least we'll fight amongst ourselves. То есть, если мы будем сражаться, то будем сражаться друг с другом, между собой. And the one who survives, и тогда тот, кто выживет в этих сражениях, they're the real follower of the spiritual master. Это и будет настоящий последователь духовного учителя. No, if we have a tendency to fight, нет, если у нас есть склонность сражаться, either we'll fight in a little group, то есть либо мы сражаемся в маленькой группе, or we'll fight in a big group. Или мы сражаемся в большой группе. And if we want to get rid of the tendency to fight, если мы хотим избавиться от этой склонности сражаться, of course, if we want to fight, we should fight for Krishna. Если мы хотим сражаться, то мы должны сражаться для Кришны, за Кришну. Not for our false ego. Не за свое ложное эго. Pretend that we actually understand everything. И делать вид, что мы на самом деле все понимаем. Or we don't really need the help of another person or another devotee. Или думать, что нам не нужна на самом деле помощь другого преданного, другого человека. Actually, if we have the perfect spiritual master, если у нас в действительности есть совершенный духовный учитель, giving us perfect knowledge, который дает нам совершенное знание, then we'll become, and we follow it perfectly, и если мы следуем этим наставлениям совершенным образом, then we'll become a perfect servant of every other devotee. То результатом будет то, что мы станем совершенным слугой по отношению ко всем преданным. That will show how perfect our spiritual master is. И это будет показывать, насколько совершенен наш духовный учитель. But if there are many different ideas, но если есть много разных идей, then our society is meant to take shelter of Srila Prabhupada's ideas. То в целом наше общество призвано принимать прибежище в идеях Шрилы Прабхупады. And try to work out all these different ideas in a humble state of mind. И нужно пытаться рассматривать все вот эти различные идеи в смиренном состоянии ума. With the idea that we're humble servants of the servants of Srila Prabhupada. С пониманием того, что все мы смиренные слуги слуг Шрилы Прабхупады. Taking shelter of Srila Prabhupada's instructions. И мы принимаем прибежище в наставлениях Шрилы Прабхупады, мы следуем его примеру. And then when everything is clear, и когда все становится ясным, when the super soul is pleased with us, когда сверхдуша доволен нами, then he'll make it clear, at least to us, то тогда, по крайней мере, нам самим становится ясно, what we're supposed to do. Что мы должны делать. And if it's clear to us, maybe we can become. We can help others become clear also. И если нам становится самим ясно, что нам надо делать, может быть, мы тогда сможем помочь другим людям понять, что им нужно делать. But the general idea is, но в целом идея в том, такая, our society is based upon the instructions and example of Srila Prabhupada. Что наше общество основано на наставлениях и примере Шрилы Прабхупады. As the perfect representative of the super soul. Который является совершенным представителем сверхдуши. But Prabhupada said, as he said, as Krishna says, the super soul is in everyone's heart. И как говорил Шрила Прабхупада, и как говорит сам Кришна, он в форме сверхдуши присутствует в сердце каждого. And as soon as we start following the process of devotional service, и как только мы начинаем следовать методу преданного служения, then we come in contact with the super soul. То мы сразу приходим в соприкосновение со сверхдушой. And to different degrees we become his representative. И есть разные степени, в которых мы можем быть его представителями. What we see as our activities in devotional service, но когда мы видим нашу деятельность в преданном служении, are actually not our activities.
то на самом деле это не наша деятельность. На самом деле это деятельность, это то, что делает Кришна через свою внутреннюю энергию. And what we see is our activities in the material energy. А то, что мы, то, что нам кажется нашей деятельностью в материальной энергии, are actually not our activities. На самом деле тоже не являются нашими действиями. They're activities of the three modes of nature. Это деятельность трех гун материальной природы. We simply have a choice. У нас просто есть выбор. We can take shelter of Krishna. Мы либо можем принять прибежище у Кришны через его представителей, пытаться понять, что хочет от нас Кришна, и когда Кришна дает нам это знание, уполномачивает нас, дает нам духовную энергию, дает нам духовное знание, то мы можем смотреть Кришну, доставляя другим, включая себя, то тогда мы можем смотреть, наблюдать, как Кришна через нас освобождает других и освобождает нас самих. Но если мы не примем этот путь, то тогда мы будем вынуждены пойти путем материализма. И тогда все становится очень непонятно вообще. Мы не понимаем, что нам делать. Then we start thinking in terms of I. И мы начинаем думать I am this body. С точки зрения «я». «Я» — это тело. Or, I am the mind. Или «я» — ум. Yes, the mind. Да, «я» — ум. I must be the mind. Я должен быть умом. The body is not important, but my mind. Тело не так важно, но вот ум. I can't deny my mind. Я не могу отрицать, что я ум. And my intelligence confirms whatever my mind says. И разум мой подтверждает все, что говорит мой ум. And it's always in support of my false ego. И все это всегда поддерживает мое ложное эго. So it must be true. Значит, это все должно быть правдой. No, so we go in that way more and more and more. И таким образом мы можем в эту сторону все дальше и дальше двигаться. But the more we understand the process of devotional service, но чем лучше мы понимаем метод преданного служения, then the less Maya will influence us. Тем меньше Maya может на нас влиять. And that means, basically speaking, we become more and more dependent upon Krishna. И по сути дела это означает, что мы все больше и большей степени начинаем полагаться на Кришну. More and more dependent on Krishna's representatives. И все больше и больше полагаемся на представителей Кришны. So we can understand what our Krishna's representatives are saying. И чтобы мы могли понять, что говорит нам представитель Кришны. And that's exactly what Krishna says. И что это как раз то, что говорит Кришна. And if it's not clear, если это нам не ясно, then we have to keep on examining, то мы должны searching, продолжать inquiring, искать ответ, задавать вопросы until it finally does become clear. До тех пор, пока нам это не станет по-настоящему ясно. But that inquiry has to be in a humble state of mind. Но вот этот процесс вопрошания, он должен делаться в смиренном настроении. Everything depends upon mercy. И мы должны понимать, что в конечном в конечном счете все зависит от милости. And everything depends upon our willingness to accept the mercy. И все зависит от нашего желания принять эту милость. And that willingness to accept the mercy depends upon our feeling that we need mercy. И это желание принять милость зависит от нашей потребности в милости. And we desire the mercy. И в нашем желании обрести эту милость. And we're willing to do what's necessary to get that mercy. И в нашем желании делать все, что нужно, чтобы обрести эту милость. And when we do put Śrīla Prabhupāda in our heart, и если мы помещаем Śrīla Prabhupāda в своем сердце, that's the direction that Prabhupāda will guide us. То Śrīla Prabhupāda будет направлять нас в эту сторону. He'll teach us through himself, through his books. Он будет учить нас сам через свои книги, through his representatives, он будет учить нас через своих представителей, including our initiating spiritual master, через нашего
духовного учителя, который дал нам инициацию, также через тех духовных учителей, которые дают нам наставления. He'll teach us how to become a better and better and better servant of the servant of the servants of Krishna. И он будет учить нас, как стать все более лучшим слугой, слуги Кришны и духовного учителя. That's how we'll feel. И так мы будем ощущать себя. That we'll feel that whoever we meet, we want to give them Krishna. И тогда мы будем чувствовать вот это желание давать Кришну любому, кого мы встретили. Because that's what Śrīla Prabhupāda wants to give. Потому что таково было желание Шрилы Прабхупады. That's what the six Goswamis wanted to give. И это как раз то, что хотели дать шесть Госвами. That's what Lord Chaitanya Mahaprabhu wants to give. Это то, что хочет дать Господь Чайтанья Махапрабху. And that's what all of Krishna's representatives want to give. Это то, что хотят всем дать все представители Кришны. Help everyone revive their loving relationship with Krishna. Они все хотят помочь всем возродить свои отношения с Кришной. So, спасибо. Если вопросы? Any questions? Вопросы у кого-то есть у вас? Question is, what's the difference between what you told when you learned Bhagavad Gita and you were teaching lessons to your Goda brothers, and what's the difference between that and our desire to help others to explain to them Krishna consciousness? What's the... Well, I thought I knew everything. То есть вопрос был, если вы не слышали, в чем разница вот между тем примером, который Махарадж привел, когда он всех выучил Бхагавад-гиту и думал, что учил всех. I didn't bother asking Krishna. И вот этим желанием помогать друг другу. И Махарадж говорит, разница была в том, что я думал, что я все знаю. И что я думал, что мне уже не нужно Кришну ни о чем спрашивать. What he wanted me to tell people. И что, я, что мне не нужно спрашивать Кришну о том, что он хочет, чтобы я говорил людям. I think we all have that experience. Я думаю, у всех у нас есть такой опыт. We want to tell something to someone. Мы хотим кому-то что-то сказать. But then we think, но потом мы начинаем думать, is this what I should tell them? А вот стоит ли вот это нужно им говорить? And then Krishna says, no. И Кришна говорит, it's not нет, a good idea. Это не очень хорошая идея. You should tell them this. Ты должен сказать им вместо этого вот это. And then when we tell them something different, it turns out much better. И когда мы говорим то, что посоветовал нам сказать Кришна, оказывается, что это гораздо лучше для этого человека. Is that right? Это отвечает на ваш вопрос? So, there's certainly a difference between, for instance, if I'm thinking about Srila Prabhupada. Есть разница, вот, например, думать о Шриле Прабхупаде. That I'm his servant. И вот думать, что я его слуга. Then naturally, the super soul, и естественно, сверхдуша, will give me so many instructions that Srila Prabhupada has told me personally or written in his books. Подскажет мне, напомнит о многих наставлениях, которые дал мне Шрила Прабхупада и которые я прочитал в его книгах. Or, and therefore, what I'll say and do is going to be very different than if I don't remember Srila Prabhupada and all his instructions. И тогда в таком случае я буду говорить что-то другое, чем если я буду говорить, не помня о Шриле Прабхупаде и о его наставлениях. Or at least the instructions that the super soul tells me, reminds me. Или, то есть нужно хотя бы помнить те наставления, которые дает сверхдуша, и, то есть то, о чем Господь из сердца напоминает. Obviously, the super soul is not going to tell me everything at once. Естественно, it's not going. No. А сердуша не будет говорить все, что он хочет от меня. But he'll tell me what he wants to tell me. Но он будет говорить то, что он захочет сказать. According to what I deserve.
и в соответствии с тем, что я заслуживаю. Yes. My question is, from which exact point our real spiritual advancement starts? And should we think about it, that at what point our real advancement should start? And could you please tell at what point your real advancement, spiritual advancement, started? It's probably for all of us, it started lifetimes ago. Для большинства из нас, скорее всего, это все началось уже много жизней назад. Otherwise, how could we be here now? Иначе бы мы не были бы здесь сейчас. I don't think we just dropped in here from outer space. Я не думаю, что мы сюда просто из космоса упали как-то. Oh, it's because lifetimes of trying to advance spiritually. Уже многие жизни мы пытаемся духовно развиваться. For right now, we can say that we're under the three modes of nature. И мы можем сказать, что сейчас мы находимся под влиянием трех гун природы. So we're not getting the full effect of chanting Hare Krishna. Поэтому мы не получаем полной степени того блага, которое могло бы нам дать повторение Хари Кришна. But we're getting, if we chant sincerely, но если мы пытаемся искренне повторять Святое Имя, following the instructions, следовать тем наставлениям, которые trying мы получили, to act on the Madhyama Adhikari platform, и пытаемся действовать на уровне Мадхьяма Адхикари, that is, trying to love Krishna, то есть это означает пытаться любить Кришну, trying to cooperate with the devotees, пытаться сотрудничать с преданными, when they chant Hare Krishna in the Kirtan, когда они поют Хари Кришна в Киртане, мы с ними вместе это делаем, we try to listen, и мы пытаемся слушать их. Play the cartels in harmony, in играем synchronization with them. На караталах, пытаясь синхронизировать свою игру с ними. Chant the same mantra they're chanting. И поем ту же мантру, которую они поют. That's also cooperation. Это тоже сотрудничество. Even sing the same tune that they're singing. Даже петь на один мотив, на тот же мотив, на который они поют, то есть это тоже сотрудничество. And just listening. И просто слушать. That's great advancement. Это уже будет большое продвижение. How many people do you know how to listen? Скольких людей вы знаете лично, которые умеют слушать? And if we just listen, we're on the spiritual platform. If we just listen to the Hare Krishna mantra, we're on the spiritual platform. Если мы будем просто слушать Хари Кришна мантру, это мы уже находимся на духовном уровне. And if we listen to everyone chanting, и если мы будем слушать, как все поют, we're liberated, at least for that time. То вот в этот момент, по крайней мере, на это время, пока мы слушаем, как все поют, мы освобождены. So that's spiritual advancement. И это уже духовное продвижение. The problem is, проблема в том, because of our material attachments, из-за своих материальных привязанностей, therefore we forget. Мы забываем. And we're back in the, and when we forget, when we don't, then we're back in the material platform. Об этом, о Кришне. И когда мы забываем, то мы снова оказываемся на материальном уровне. So we're going usually from the spiritual platform of consciousness to some mode of nature. И так происходит, что мы вот с какого-то уровня духовного сознания, а потом попадаем снова под одну из гун материальной природы. Hopefully goodness. И надеемся, что это благость. By practice, we're supposed to maintain the spiritual platform. Но наша духовная практика призвана помогать нам оставаться на духовном уровне. As our heart becomes purified, и по мере того, как наше сердце очищается, as we take shelter of the lotus feet of Srila Prabhupada and his representatives, и когда мы принимаем прибежище у лотосных стоп Шрилы Прабхупады и его представителей, and remain more and more consciously engage in Krishna's service. И когда мы все больше и больше сознательно заняты служением Кришне, then gradually our false ego will go away. Постепенно наше ложное эго будет уходить. We'll feel more and more dependent on
Krishna and his representatives. И мы будем чувствовать себя все более и более зависимыми от Кришны и его представителей. Our material desires and aspirations will diminish and gradually disappear. Наши материальные желания, наши материальные стремления будут постепенно уменьшаться, и в конце концов они вообще исчезнут. And we'll be able to be maintain ourselves. Krishna will maintain us on the spiritual platform. И Кришна будет нас сохранять, будет поддерживать нас на духовном уровне. Because our only desire will become be to be his eternal servant. Потому что у нас будет только одно желание — быть его вечным слугой. And the servants of his servants. И быть слугой его слуг. And then that's what Krishna will give us. И тогда Кришна это и будет нам давать. Pure spiritual existence. Будет даровать нам чистое духовное существование. And loving service to him and his devotees. Любовное служение ему и его преданным. So, from the beginning, anyone chants Hare Krishna, their spiritual life begins. И начало духовной жизни любого человека — это повторение Хари Кришны. Когда он начинает повторять Хари Кришна, the difference is between we have a mango. То начинается его духовная жизнь. Но разница такова: вот есть манго, it's green, оно зеленое, and we have a ripe mango. И есть зрелая манго. They're both mango. И то манго. But one tastes very sweet. Но спелая манго сладкая. And the other is not so sweet. А незрелая манго не такое сладкое. The problem is when we're suffering. И проблема в том, что когда мы страдаем, we think we're not on the spiritual platform because we're suffering. То мы думаем, что поскольку мы страдаем, значит мы не на духовном уровне. Therefore we become discouraged. И это нас обескураживает, мы теряем вдохновение. But Krishna says, yataragre vishamiva parinami mritopamam tatsukam satikam proktam atma buddhi prasarajam. That which in the beginning may be bitter like poison. Кришна говорит, то, что в начале может быть горьким, как яд, but at the end is just like nectar. Но в конце подобно нектару. And which awakens one to self-realization. И то, что пробуждает человека к самоосознанию. Said to be happiness in the mode of goodness. Это счастье в гуне благости. So the words are yad tad agre vishamiva. That visha means poison. Ятадагре вишамива. Виша значит яд. So when we're trying to maintain the spiritual platform, then it's going to seem like poison. Если мы пытаемся держаться на духовном уровне, то вначале это может казаться подобно яду. To chant Hare Krishna when we're influenced by the modes is not very pleasant. Повторять Хари Кришна, когда мы находимся под влиянием гун, не очень приятно. But when we keep on chanting, но если мы продолжаем повторять Хари Кришна, then gradually the modes go away. Постепенно гуны будут уходить. And it becomes like amrita, nectar. И тогда это будет превращаться в амриту или нектар. So Krishna says, matra sparsha sukundiya shitoshna sukadukada. We have to tolerate. И Кришна говорит, матра спарша стукаунтия шитошна и так далее. Мы должны терпеть эти проявления двойственности. Sometimes devotional service is not so pleasant. Иногда преданное служение может быть не очень приятным. It's because of our past activities. Из-за наших прошлых действий. But if we tolerate, но мы должны терпеть это. Maintain the orders of the spiritual master in our heart. Сохранить приказ своего духовного учителя в сердце. And hopefully even his form. Я надеюсь, и его образ тоже. And keep on performing devotional service with determination. И продолжать совершать преданное служение с большой решимостью. Tatsukam prakritir yataragre vishamiva parinami mritopamam tatsukam satikam proktam atma buddhi prasarajam. So we'll feel great happiness and we'll get great intelligence. И если мы будем делать это, то постепенно мы обретем вот это великое счастье, и наш разум станет очень ясным. The happiness will inspire us to keep on going on in devotional service. И это счастье будет вдохновлять нас продолжать
идти по пути преданного служения. And it'll be very clear what is loving service to Krishna. И нам будет очень ясно, что такое любовное служение Кришне. What is the mission actually of Lord Chaitanya Mahaprabhu? И в чем же настоящая миссия Шри Чайтаньи Махапрабху? That will become clearer and clearer and clearer. И это будет становиться все более и более ясным для нас. Is that all right? Это нормально? So anyone, Krishna iti yasya manasad kriyeta, Krishna iti yasya manasad sadriyeta. So even when chanting Hare Krishna, they're making some progress. Как говорится в этом стихе, да, любой, кто повторяет Хари Кришну, он уже начинает свое духовное развитие. Especially if they have the right conception of what they're doing. Особенно если у этого человека есть правильное понимание того, что он делает при этом. You're not chanting Hare Krishna to merge into Krishna. То есть он, если он повторяет Хари Кришна не для того, чтобы слиться с Кришной воедино. They're chanting Hare Krishna to somehow or another one day come to, well, to come to the platform of loving service to Krishna. А если он повторяет Хари Кришна для того, чтобы в один прекрасный день достичь этого уровня любовного преданного служения Кришне. So if one is chanting sincerely, gradually everything will be revealed. Если человек искренне повторяет святое имя, то постепенно все будет открыто ему. And will learn how to come to the spiritual platform and stay there. И он сможет узнать, ему будет явлено, как достичь духовного уровня и оставаться на нем. That is the pure spiritual platform. И это именно чистый духовный уровень. State of nishtha and beyond. То есть это стадии ништхи и дальше, и выше. Да. You have mentioned in the class that the main service of the spiritual master is to inspire his disciples to come to take shelter of Srila Prabhupada. And so we get this inspiration from different spiritual masters to take shelter of Srila Prabhupada by getting the shiksha. So if we get few shiksha gurus, is there still a need to get a diksha? Because it is stated that diksha is a must. So if there are few spiritual masters whose shiksha we like, so how can we select the one who will give us a diksha and whether it's necessary to get a diksha? Well, Krishna took diksha. Кришна принимал дикшу сам. Lord Chaitanya Mahaprabhu took diksha. Господь Чайтанья Махапрабху получал дикшу. Madhavendra Puri took diksha. Мадхавендра Пури получал дикшу. Ишвара Пури took diksha. Ишвара Пури получил дикшу. I guess we're also supposed to take diksha. И мы тоже должны получить дикшу. But diksha should be that we're convinced. Но дикшу нужно получать тогда, когда мы убеждены, that this person is actually a representative of Krishna. Что вот этот человек действительно является представителем Кришны. And that I'm willing to follow their instructions. И мы хотим следовать его наставлениям. Completely. Полностью всем его наставлениям. That doesn't mean we don't question. That means we don't question. Это не означает, что мы не задаем ему вопросов, у нас не возникает вопросов. But the question is, what is the meaning of the instructions? Но мы можем задавать такие вопросы: какой смысл вот этого наставления? Мы будем просить объяснить вот то или иное наставление. So when we find such a spiritual master, Когда мы находим такого духовного учителя, которому мы действительно хотим предаться, then the relationship becomes very meaningful. То тогда вот эти отношения становятся очень важными и наполняются глубоким смыслом. Of course, such a spiritual master will also teach, give us
the same vision that Prabhupada gives us. Ну, конечно же, духовный учитель будет давать нам то же видение, которое давал Шрила Прабхупада. So we'll be able to see everyone else properly. И чтобы мы смогли таким образом все, всех остальных и все остальное увидеть правильно. And be able to understand who else can see things properly. И чтобы мы смогли понять, кто еще видит все правильно. So we can also surrender to their, the same instructions that they're giving, to the same instructions that they give. И тогда мы сможем принимать, предаваться тем наставлениям, которые дают другие, и понимать эти наставления тоже. They help us understand how we can advance in devotional service. Те наставления, которые помогут нам прогрессировать в преданном служении. How to engage in more and more consistent. Как заниматься все более и более непрерывным служением. More and more enthusiastic devotional service. И как служить все, все большим и большим воодушевлением. So accepting the spiritual master is not supposed to be restrictive. То есть принятие духовного учителя не означает как бы ограничение такое для вас. It's supposed to be enlightening. Оно наоборот должно приводить к просвещению, к просветлению. And enlivening. Оно должно давать вам знания. So we know where else to get enlightenment and enlivenment from also. И должно учить вас тому пониманию. Кто еще обладает знанием, вы становитесь способны увидеть, кто еще обладает знанием и кто еще может вас вдохновить, благодаря тому знанию, которое вы получаете от своего духовного учителя. And Prabhupada also included. И Прабхупада, естественно, тоже включен во все это. A whole authority structure. Потому что он является высшим авторитетом во всех наставлениях, которые мы получаем. Which the main idea is to assist everyone. То есть и идея, главная идея духовного учителя в том, чтобы всем помогать. So that everyone can cooperate for the same mission. И чтобы все сотрудничали в служении одной миссии. And if there are differences, to assist in clearing them up. И если возникают какие-то разногласия, разные точки зрения, помогать как-то преданным сгладить эти противоречия и найти компромиссы и научиться сотрудничать. And hopefully so that everyone can express their feelings of love and devotion. И так, чтобы все могли проявлять свои личные чувства любви и преданности. Towards the devotees they love and respect. По отношению к тем преданным, которых они любят и уважают. In the most productive way. И чтобы делали это максимально продуктивно. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Время закончилось. Do you want to? Харе Кришна, дорогие преданные. Сейчас Гуру Махарадж раздаст Махапрасад. Можно подходить. Также мы хотим объявить об очень удивительной новости. Буквально неделю назад напечатана новая книга Гуру Махараджа «По здоровью». Называется «Надеюсь, мое письмо застанет вас в добром здравии», в которой собраны все цитаты, выдержки из лекций и личные советы Шрилы Прабхупады по здоровью, а также личный опыт Прахладананда Свами Махараджа по здоровью, который он передает в этой книге. Вы можете ее приобрести на выходе. Также есть вторая книга «Ступени Бхакти», которую вы можете также увидеть у преданных на выходе. Харе Кришна.